Городская газета «Глагол» подвела итоги очередного конкурса и наградила победителей. Накануне Нового года редакция объявила конкурс фотографий на тему зимнего отдыха и активного образа жизни «Наша олимпийская зима». Десятки фотографий размещены на сайте газеты. Авторы лучших были награждены в редакции. И не успел финишировать один конкурс среди читателей «Глагола», как сразу же стартовал следующий. На этот раз конкурс посвящен приближающемуся празднику – Дню Святого Валентина. 14 февраля – День любви и романтики. Так уж повелось, что главным символом этого праздника считается сердце или валентинка. В честь Дня Святого Валентина «Глагол» объявляет фотоконкурс на тему «Искушение любовью». Конкурсные работы принимаются до 10 февраля в редакции «Глагола», проспект Автозаводцев, 52, или по электронной почте glagol.mia@mail.ru, или через социальные сети «Одноклассники», ВКонтакте или Фейсбуке.